Данная личность обвиняемой у нас установлены. Материалы дела оглашены. День была на выходном. До этого проходили проверки сигнализации, эвакуации. Были всегда в пожарной сигнализации, было все в порядке. И мне уже тоже задавали вопрос, то узнала ли я о том, что были неполадки. Я еще раз говорю о том, что мне никто никогда не говорил о том, что у нас есть проблемы в самом торгово-развлекательном комплексе. Я обыкновенный рядовой исполнитель, который всю жизнь работал с людьми, с развитием людей, с созиданием чего-то, с улучшением процессов и так далее. А? Я не чувствую вины совершенно. При присутствии на проверках, по идее, при вас должны были говорить, что она неисправная, эта сигнализация. На тех проверках, на которых я лично присутствовала, неисправности не было. Последняя проверка была, это когда, вы все помните, было по городу захваты, вернее, звонки, анонимные звонки по кинотеатрам, что кинотеатры заминированы. К нам тоже поступил такой звонок. И, следовательно, когда приехали сотрудники ГОЧС, пожарные, было очень много народу, полиция, у нас была эвакуация и именно с кинотеатров, и с кинотеатров, в том числе. Сотрудники проходили с собаками, сотрудники делали долгую оперативную работу. В этот период времени не было ни одного нарушения у нас. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вас увидит вся страна, директора других торговых центров. Вы сейчас понимаете, что в этой истории вы можете, так скажем, оказаться крайней, потому что все ваши начальники фактически подписаны документом, вы будете виноваты. Вот вы сейчас это понимаете? Я не хочу быть жертвой, в принципе. Я не хочу быть виновной в том, чего я не делала. Я понимаю, что сейчас мои слова могут расцениваться как кому выгодно, как кому удобно, как кому правильно. Ну, наверное, в большей степени я сейчас даже говорю о том, чтобы такие люди, как я, простые люди, которые работают за заработную плату, не подверглись никогда тому, чему сейчас в данный момент подвергаюсь я.